Добрый день, на связи Планета Авто, и сегодня у нас на обзоре Toyota Voxy 2017 года в красивом белом цвете с бензиновым двигателем, объемом 2 литра в 152 лошадиных силы, на переднем приводе КПП с красивым оригинальным литьем, хорошей летней резиной и пробегом в 77 тысяч километров. По салону у нас темный ухоженный салон, не прокуренный. Три ряда сидений, 7 посадочных мест, раздельный климат-контроль, хорошая мультимедиа, эко-режим, антиюз, мультируль, кнопка старт-стопа, круиз-контроль, две электродвери, электрорегулировка зеркал. Ну а теперь пройдемся по ЛКП данного автомобиля. Сто тридцать шесть, 134, 134, 148, 148, веречку 143, 149, 130. 130, 141, крыша у нас 121, 159, все в родном окрасе.